Всем привет! Сегодня посылка очередная. Пришел паракорд. Много у меня же распаковок с паракордом. Ну, здесь посылка у нас немножко неординарная. Посылка пришла с повреждением. Сейчас автофокус поднастрою. То есть вы видите, да? Так, порвано. Заклеена уже на казахстанской почте. И вот такая вот маркировка. То есть наша почта уже подметила, что посылка пришла с поврежденным состоянием. Давайте мы откроем, проверим здесь. Здесь должно быть 31 метр паракорда. Вот такой вот паракорд. Интересный цвет, песочный. С него я буду плести очередные браслеты. Такие вот браслеты получаются, как вы видите. Темлячки получаются отличные с этого паракорда. Заказывать такие браслеты нет смысла в Китае, так как себестоимость данного браслета, если мы купим паракорд за $5 и фастексы к нему же за $5, выходит около там, 70 центов. Ну, максимум $1 себестоимость данного браслета. Всем спасибо за внимание. Такая распаковка. До новых встреч.